А что, вот он, наверное, про... мне кажется, он про этот ресторанчик говорил, да, Тём? Как ты думаешь? Что? Про этот ресторанчик говорил, да? Ну, наверное. Ну, красивый. Не, красивый. Вы говорите, в этот только не ходите. А смотрите, улица какая красивая. Не, и улица красивая сам. Я еще заметил, у них тут у всех значки, они со значками все ездят, алё. Что случилось? Вот эта песня, как и все другие, будет про... Небо какое красивое, да? Покажи, как кричат это. Ну только там еще как-то так просто. Покажи, как кричат грибуны. Señoras y señores, ahora un poquito de descanso y naturalmente muchas gracias. Я тоже баночки хочу такую штуку. У вас очень мало пивка. Я тоже баночки хочу, мам. Ты видел, какая-то штука интересная? Баночки ты видел? Баночки. Ребят. Какой-то. Слушай, а прикольный. Вообще кафе такой интересный. Вагон-ресторан. Вагон-ресторан, да. Ладно, да. Здравствуйте. Ну, Тём, ну ты что мешаешь? Не, слушай, классный такой. Интересный, да? Своеобразный. Прикольно. Нет, ты понимаешь, ты можешь там сесть и будет носить. Ну да. За тысячу чёрт. Ну там жарко. Не, я предполагаю, что там кухня чистая. А, ну, скорее всего, кухня. Нет, я думаю, что там сидят, но, наверное, а, ну, сейчас. Ну, может, да, когда-то они сидят. Закрыт, там, закрыт, типа как вагон-ресторан. Не, вообще интересно очень сделать. Вообще... Очень интересно.
Как вам здесь, Тём, нравится? Не, вот честно говоря, мне, помнишь, мы тогда были, людей много было. Тём, ну я тебе могу сказать, что такого, как в Любляне, вот сейчас мы подойдем, то есть как, такого, как здесь, нет в Любляне. Да, в каждом месте есть что-то особенное. Ну, мне кажется, вот что-то похоже на Таллин, да? Вот что-то... Вот что-то Таллин. Да ладно, Милена, это... Ты видела, сюда даже это, машина не въезжает. И не выезжает. Ну, Милен, ты, это безопасное место, Будапешт, нормально. А ты почитай, почитай. Это, во-первых, туристический город. Даже тетя Лена, знаешь, как хотела сюда приехать? Почему больная? Она больная, она типа, она больная, потому что это как бы... Нет, я тебе могу сказать, терять. Милен, ты зря. Город очень-очень красивый. Город вообще шикарный, старый. Thank you.
до дома дойду. Поможете.